тренировка в любую погоду должна быть обязательно. Хотя, какая это не погода, всего лишь обычный дождик в Азии. В общем, сейчас я решил сделать 100 выходов силы. Уже 80 сделал, осталось еще 20. Это отличное упражнение, особенно когда делаешь на количество. Потом у тебя под конец уже все плечи, вообще весь верх у тебя забит, все болит. Прям отлично. Да и погода идеальная. Все, моя сотка выходов силы закончилась. Я вообще на самом деле не планировал на видео все записывать, потому что не каждую же тренировку я буду свою записывать. Но тут просто решил показать, что не важно какая погода, надо всегда тренироваться. Поэтому же и смысл всех тренировок, чтобы себя закалить, укрепить характер. Офигенная в Малайзии погода, то может целый час ливень фигачит, потом резко он прекращается и все, и сразу солнце выглядывает. Буквально за 30 секунд кончился ливень, был сильнейший.